Ты все еще в шоке? Она там живет. Не знаю, как она меня сейчас отпустит из дома. Мне даже руки пойти помыть. Она уже в курице. Кузя, покушай. Какая я сегодня красивая. Лыжики. Где же мои лыжики? Может быть, это? Или это? Нет, вот мои лыжи. Как тут скользко. На озере лед. Ого. Ух ты, как круто. Вау. Как начнем кататься. Я позвонила Алишеру, он сказал, что дома все в порядке, что собака только немного скулила и что она съела удлинитель. Я сама виновата, не убрала. Я надеюсь, что она нормально досидит до того времени, как я приеду. Я собираюсь ехать раньше, чем остальные, на электричке, потому что Алишер где-то пол четвертого максимум должен из дома уйти. А если я поеду со всеми на машине, то я домой приеду часов в 7-8, это слишком поздно. Я очень боюсь, что собака будет выйти, и соседи будут ругаться. И она еще что-нибудь съест. Вот, поэтому я поеду раньше на электричке. Подъемник уже запустили, сейчас начну кататься. Как раз часа два покатаюсь и домой. Я уже успела покататься на лыжах. Я совсем не снимала на горе. Потому что мы приехали, сразу запустили подъемник, и я стала быстро-быстро кататься. Потому что я хотела пораньше уехать. И, в общем, полтора часа я откаталась. И потом галопом рванула через озеро. Хорошо, что оно было покрыто льдом, я, наверное, вообще бы за 3 минуты перебежала. Быстренько сейчас переоделась, вообще даже не перекусила. Еду на электричку. Это я пытаюсь так бежать, но у меня тяжелая сумка. И снег идти, короче. Трудно. Мне надо дойти. У меня на то, чтобы дойти до станции и купить билет, есть сколько? Полчаса. Даже чуть больше. Ой, нет. Неправда. 29 минут. Короче, надо успеть. Вот тогда, если я успею на эту электричку, мы с Лишером разменемся минут на 15-20 всего. Собака совсем чуть-чуть одна посидит дома. Вот так что все, я побегу. Приехала домой. Сейчас, наверное, часа 3 я буду разгребать завалы, тут мыть полы, наводить порядок, готовить. Вот пытаюсь покормить Кусечку. Кусечка, покушай еще, а то он чего-то не завтракал, еще переживает из-за собаки, наверное. Кусечка, покушай, 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 Куся. Куся, кушай, 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 мой хороший, да, кушай. А вот у нас там
сейчас я дела сделаю, а потом с ней поиграю. Конечно, камеру мою съесть намного интереснее, чем игрушку. Ешь, давай. А пудель Дрейксона рядом не было. Что, она тебя напрягает, да? Ну, в общем, понятно, чем я целый день занималась. Играла с животными, убиралась и отдыхала. Настроение у меня, правда, сегодня не очень. Но все будет хорошо. Правда ведь будет? Я знаю точно, что будет. Завтра воскресенье, завтра надо съездить к бабушке. Бабушка меня так отругала за собаку. Ой, его. Чего ты тявкаешь? Тявкалка. Не тявкай тут, соседи ругаются. Как сделать так, чтобы собака вообще не тявкала? Чтобы соседи ее не слышали. Я знаю, что тут стены, по крайней мере, вот те соседи слышать ее точно не должны. Но только если она не будет выть часами. Но что будет делать щенок, если я буду уходить? Вот это вопрос. Но я его начну приучать с понедельника к тому, что я ухожу. Я почитала уже, как это делается. Чтобы он не выл, не лаял и не скулил. Так, нельзя трогать мои тапки. Фу! Так ей нравятся мои тапки в сердечко. Я чувствую, я без них останусь, в конце концов. Каждый раз я в этих тапках хожу в комнате, а в коридор в общаге выхожу в других, потому что это домашние тапки, чистые. У меня сейчас стерильный пол, 3 раза помытый. Вот. И каждый раз, когда я выхожу, разуваюсь, надеваю тапки коридорные, эти снимаю, прихожу, и одного тапка нету. Эриксона лежит с этим тапком под столом. Ну, нравится ей. Вот мой друг на сегодняшний вечер. Сейчас монтирую блог вчерашний. Да и спать пойду. Так что всем до завтра. Завтра Эриксона испортит еще что-нибудь. Но об этом мы узнаем завтра. Всем пока!